Всем привет, ребята! Вы на канале Show Toys. И сегодня будем открывать вот такие вот классные яйца Kinder Surprise с Машей и Медведем. Смотрите, у нас две этикетки одинаковые. Вот. А вот есть еще такая вот, там, грибочки сзади и так дальше. Вот. Ну, начнем вот с этого яйца. Так. Кто у нас здесь? Наверняка Маша или Миша. Ну, помимо этого еще могут быть и другие игрушки, правильно? Ребята, что у нас в контейнере, как вы думаете? В контейнере у нас... Так. Это не Маша и не Миша. Кто это? Кто это? Наверняка у нас не игрушка с коллекции. У нас вот такие вот какие-то робота-звери. Или кто это? И так у нас вот детальки. Смотрите, туловище. Это, наверное, голова, но еще какой-то вот этот краник. Я понял, что он в механизме будет участвовать у нас. И вот такие вот наклеечки. Белочка с брюшком, утка с брюшком, крокодил с брюшком и котик с брюшком на брюшке. Вот кости рыбки. Так, мы все видно. Думаю, надо нам выбрать вот белочку, да? Такая вот веселая белочка у нас будет. Берем наше вот туловище, берем, как его называл, краник. Но, скорее всего, это будет язычок. Вот так вот вставляем. Так, дальше берем другую часть туловища, скрепляем. Так. И цепляем голову. Видите? Я белка. И лепим наклеечки. Так, берем мордочку. Смотрите, какая у нас симпатичная белочка получилась. Такая хам-хам-хам. Буду есть ваши орешки. Класс, да? Супер. С фокусом, как всегда, проблема. Поэтому буду показывать на таком вот расстоянии. Вот, смотрите, такой орехокол. Белочка зубастая. Класс. Итак, берем следующее яйцо. С Машей и Медведем. Вот здесь вот видите. Грибочки какие-то. Лес, короче, нарисован. Ребят, что вы думаете о контейнере у нас? М? Кто у нас в контейнере? Ой. Что это такое? Смотрите. Укладыш смотрим. И тут такие вот мороженки, видите? Фруктовые мороженки. И у нас синяя мороженица. Это как и мороженое, и брелок. Вот смотрите. Мороженое с брелком. Ну, сейчас мы сложим. Так, это нам не надо. Вот такие вот наклеечки. Такая кисточка для рисования. Видите? Так. Такая вот картоночка. И колечко. Суть такова здесь. Только что разобрался. Собираем наши даже... Нам по форме похоже на мороженое, но это как такая кисточка волшебная на ней. Разные вот картоночки, которые можно разрисовывать. Вот они, смотрите. И они будут крепиться сюда. Вот на это колечко. Потом снимаем колечко, макаем в краску, ну и разрисовываем вот этих мальчиков и девочек. Разрываем вот эти картоночки. Аккуратненько. Так.
Так. Так. Клеим наши наклеечки на нашу кисточку. Цепляем колечко, нашу кисточку и картоночки. И вот у нас получилась вот такая вот магическая кисточка. Видите? С разрисовочками. Покажу, как она действует. Вот берем мы, допустим, одну картоночку оцепили вот с мальчиком, видите? Вот. Берем палитру нашу, красный и синий цвет. Вот, допустим, вот так вот берем и вот так вот рисуем. Только при этом нужна вода. Вот. Не хочу просто запачкать, но вот это, ребята, это как бы такие как палитры с краски. Вот синий цвет, ну и красный. Так, и открываем наш последний киндер с Машей и Медведем. Ну, я ожидаю, что тут будет классная игрушка. Кто это? Да это же волк с мультфильма «Маша и Медведь». Смотрите. Класс такой. Воу. У-у-у-у. Класс, да? И вкладыш. Вот коллекционная игрушка. Волк. Маша и Медведь. Так. А кто у нас еще здесь мог бы выпасть? Миша. Маша. Миша заяц. Маша художник. Маша в шапке. Белка и волк. Волк нам вот попался. Видите? Так. Класс. Итак, сегодня мы открывали киндер-сюрприз Маша и Медведь. И у нас попалось вот три игрушки. Это Белочка. Белочка. Хам-хам. Смотрите, какая классная Белочка. Там и другие наклейки были, но мы выбрали Белочку. Кисточка такая с палитрой. Синий и красный цвет. Ну и разрисовки. И коллекционная. Суровый, замученный Машей волк. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Show Toys. Дальше будет больше игрушек и больше всего интересного. Спасибо за внимание. Пока!